Денис, дай, пожалуйста, аукс. Типы людей с ауксом. Все мои сюжеты по твоим картинкам. Девочка разноцветная витаминка. Знаешь ли ты, младший лейтенант, мальчик молодой? У меня нет гривы, но я лип. У меня нет гривы, но я лип. Устал от надоедливой рекламы? Мы знаем решение. Звони по номеру 8. Бомжара, купи уже себе подписку. Дорогая, я пришел. Ты мой можешь так сильно не хотеть? Дверью! Милая, ты мне что-нибудь приготовила? Сам себе готовь жрать! Котенок, у тебя что, эти дни, что ли? Ты можешь так меня не называть! Да! У меня эти дни! Может, тебе таблеточку? Голова болит? Может быть, мы... Ты меня извини, я немножко погорячилась. Ну да, у тебя же всего лишь ПМС. Всего лишь ПМС? Всего лишь ПМС? Ты с ума сошел? Ты... Милая, ты можешь сходить за яблочным соком? Да, конечно. Держи. Это не то. В смысле? Я просила персиковый, а это яблочный. Ты достал уже, что тебе все время не нравится все? А ты что на меня кричишь? Ты что, не видишь, в каком я состоянии? Не трогай меня. Я больше с тобой не разговариваю. Давай я за персиковым схожу. Жопу себе его засунь. Платон, так здорово выглядишь. Ты что, в зал начал ходить? Ну да. Это что такое? Руки свои убери от меня, больной! Маньячела! Нападаю среди белого дня! Маньяк, не дожил! Недавно я закончил второе высшее образование, также у меня золотая медаль в школе. Малая, погнали на жаке, тебя прокачу. Иди сюда, красавица. Fuck this shit, I'm out. Симпатичная? Это что значит симпатичная? Я что, для тебя пустое место? Никто? Fuck this shit, I'm out. Почему же он не звонит? Звонит, звонит, звонит! Не буду брать трубку. Fuck this shit, I'm out. Я Хабиб! Все просто так! Мой цвет настроения черный. Цвет настроения черный. Щи, да, блядь? На? Щи или не щи, блядь? Россия! Горячо, слушай, а что у тебя? У меня какао. А у меня кофе, давай поменяемся. Кофе лучше. О, у тебя что-то на лице. Зая, ты не видела мою кофту с шапкой? Видела? Смотри, этот Биг Бэйби Супе. Я ее люблю. Слушай, кстати, у тебя же через неделю день рождения. Тебе может что-то подарить? Ничего не надо, у меня все есть. У кого-то сегодня день рождения! А ты мне что-то подарил? Ты же ничего не просила. Ничего не страшно. Бай-бай, заливай сироп от кашля.
я проснулся, почистил свои зубы. Собирался я сегодня на пробежку утро. Надел я кроссовки, не надевая куртку. Пробегаю по району стужу. Я бегу по блоку, вижу свою подругу. Сделал вид, как будто я бегаю каждым утром. Она предложила это сделать вместе. Ну, это в том смысле, типа, побегать. Но я вспоминаю, что она спортсменка. 30 километров нарезает смело. Поднялась температура, заболело горло. В глазах резко потемнело, и мне стало плохо. Платон, что с тобой? Болей, страдай, живи, не умирай. Нам ничего не страшно. А, кстати, как вылечишься, мы с тобой еще больше бегать будем. Ты чё, это же старьё! Танцуй по кузову. Танцуй по кузову. Ох, это же шатор Неверленд, Модель ты краш. Мне чуть-чуть. Да, засасывай! Да! Новый рекорд, красава! Ты чё? Тазик неси, чё? Не стругай здесь! Это же моя любимая песня. Я believe rock and roll. Ах, милый, мне страшно. Не бойся, я твой защитник. Эй, я не такая. Здорово, сучки. Здорово. О, попу накачала. Да-да-да. Пойдем. Эй, Платон. Любимая, я очень долго думал, ты готова со мной развестись? Да! Я не верю. Я просто не верю. Да посмотри на свою бороду, это самая лучшая борода в мире! Взгляни на свои шелковистые волосы! А ты только взгляни на свою фигуру, она же просто шикарна! Ах ты, рыжий красавчик! Да ты меня радуешь! Сады, может, хватит ругаться, а? Слушай, не мешай нам, ладно? Нет, это ты лучший! Ты самый лучший! Прости, я опоздала. Да ничего страшного, подумаешь, 3 часа. Я, кстати, купила всем подарки. А деньги на карте остались? Нет, я все потратила. Как же круто, нам же скоро за квартиру платить, а у меня ни гроша в кармане. Пойдем. Рассказывайте, как у вас дела. Все хорошо. Может быть, расскажете поподробней? Я, походу, влюбился, короче. А какие девушки вам нравятся? Почему? Хуй знает. Что вы чувствуете? Болит голова. Ну, тут, в общем, как вас там? Моргенштерн. Вам нужно хорошенько отдохнуть, поэтому на сегодня все. И помните, не держите эмоции в себе. Ты красивая тёлка. Чё? Я в тебя давно влюблён. Это какое дело? Не держите эмоции в себе. А ты меня заебала. Ты придурок? Они не понимаю. Ты только попробуй хоть еще раз ко мне подойти. Но все равно тебя так люблю. Спонлайн. Ты же понимаешь, что за AirPods'ами будущее? Что? У тебя проводные наушники? Бомжара! Кстати, смотри, как они прикольно защелкиваются. Чмурай,
Это что, проводные наушники? Господи, какой же ты бомжара. Смотри, они даже не падают. Так вот, я иду, а он мне говорит. Что ты ржешь? Прости, пожалуйста, мне просто друг рассказал мне новую шутку по моим новым AirPods. Смешная очень. У тебя что, беспроводные AirPods? Ну да, недавно купил. Может, приедешь сегодня ко мне? Спонлайн, мунлайн, не говорите, почему рай?